компании. Мое ТВ представляет. Уважаемые друзья, ребята, здравствуйте! С вами я, добрый мультипликатор Лёпа, и в эфире наша детская развлекательно-познавательная программа. В этом месяце у нас тема «Мультспасатели». Мы рассказываем об этой сложной и ответственной профессии и создаем об этих отважных ребятах мультфильм. Сегодня я вновь отправляюсь в лицей номер 35, где при помощи покадровой анимации мы оживим всех героев и создадим анимацию. Итак, переносимся в студию лицея номер 35. Здравствуйте! Сегодня у нас самое важное занятие темы. Мы будем создавать покадровую анимацию. Мы перемещаемся на съемочный стол и приступаем к работе. Итак, начинаем. Первая сцена – наводнение. Да, у нас наводнение сейчас. Для этого все готово. Вот он домик. Здесь солнышко, да, пока что? Деревья. Да, деревья. Окна. И наше хмурое небо. Посмотрите, мы его пока в кадр не вводим. Оно лежит там, да? Мы сделали хмурое небо, оно постепенно закроет солнце, пойдет сильный дождь, и уровень воды будет повышаться. Да, и в этот момент что сделает собачка? Собачка заберется на крышу и будет ждать спасателей. Делаем первый кадр. Нажимай. Так, теперь, Варлам, на твоей стороне лежат тучи, ты можешь их вот отсюда заводить на солнце постепенно. Так, есть. Делаем фотографию. Так. Двигаем дальше, Варлам, помогай нам. Спасатели всегда на чеку, они всегда готовятся к подобным ситуациям, наводнению и так далее. Да, а что касается их телефона, ребята, напомним, какой у них? 112. 112. Да, и собачка позвонит по этому номеру. Спасатели наши приплывут. Кто там, кстати, спасателем у нас в этой сцене? Пингвин. Пингвин, все правильно. Он приплывет на лодке. Так, продолжаем, ребята, двигать. Ладно, чтобы руки не попали в кадр. Ну, все правильно. Зачем нам мультфильм нашими руками? Все должно само здесь волшебным образом двигаться. Двигай, двигай. Не стесняйся. Вот так немножко, да. Так, нажимаем. Солнце закрыло тучами, и пошел дождь из маленьких капелек. Ребята, выкладывайте капельки, которые у вас в руках. Капли должны падать сверху вниз. Вы поняли, ребята? То есть мы не должны сразу все каплями здесь выложить. Ведь необходимо эффект анимации создать, что они летят. Поэтому вот этого кадра достаточно уже. Подожди. Фотографируем. Теперь, ребята, каждую каплю берем и двигаем по линии, так как она летит. Новую лучше сверху расположить. Не видно? Так, если не видно, вводите в кадр потихоньку. Шаг анимации выбирайте не слишком большой, чтобы не было резкости.
должен быть плавный поток воды. Эффект настоящего дождя создаем. Так, все. Вы внимательно следите за тем, чтобы все капельки двигались. А то бывает так, что большинство подвинулись, а одна осталась на своем месте. И в мультике это заметно, когда дождик идет, и какая-то капля как бы висит в воздухе. Такого же не бывает, они всегда движутся, правильно? Нажимайте. Настя, вот это наша вода. Грязная, мутная, черная. При помощи этой ткани мы будем повышать уровень нашей воды. Будет выше, 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 пока не дойдет до самой крыши, где уже будет сидеть собачка. Держи, разворачивай. Давай. Мы тебе с этой стороны поможем. Давай. Лови. Так. Смотрите, постепенно будем повышать. Сначала немножечко вот здесь, да? Придерживая Варлам с той стороны, я с этой, чтобы она не упала. Собачка, она позже появится. Она будет примерно на таком уровне, когда вот здесь вода подступит. Когда уже окна затопит, она должна выбраться. Так, фотография есть. Варлам, мы с тобой, с Настей, с этой стороны чуть-чуть повысим уровень. Так, и капельки, они как бы вниз смещаются, переходя в воду. Вот так, уже сюда, в кучу. Так, нажимаем. Повышаем уровень воды. Так. И капельки убираем туда вниз. Угу, видно. Да, видно прям уровень воды, да, растет. Так, немного выше подняли. Вот так. Так. Теперь подавай собачку, мы сейчас прибегнем к такой хитрости. Возьмем другой план поближе. Сразу ее посадим сюда, как будто бы она выбралась. Вот, на самом верху сидит. Настроим вверх камеру, вот так вот. Все, вот она, собачка сидит наверху. Есть такой кадр. Спасатели часто работают в команде, но бывают ситуации, когда достаточно и одного. Как в нашей. Жми. Так. Двигаем. Вот он плывет на лодочке. Так, смотри, чтобы он ровно плыл. Так. И подплывает к собачке. Спасатели ведут здоровый образ жизни и поддерживают свою физическую форму. Да, чтобы быть готовыми к таким трудностям. И собачка спускается. Жми. Все, поплыла лодочка наша. Эта сцена завершена, и мы переходим к следующей. Этим займутся Катя и Саша. Мы начинаем снимать завал берлоги. Правильно. Вот, значит, у нас сама берлога, сверху камни. Была зима, угу. Снег, лед тает, и камни скользят вниз и заваливают берлоги у Мишки. Так. Камни скатываются вниз, ребята. Вот, значит, происходит такой завал. Все, берлогу завалило. И в этот момент Мишка проснулся и понимает, что он под завалом. Что же ему делать? Он позвонил по номеру 112. Так. И бравые спасатели, которые всегда наготове, приезжают на автомобиле. Варлам, с той стороны автомобиль, ты его будешь тогда двигать вперед. Катя будет фотографировать каждый кадр. Вот он приезжает сюда. Водичек. Давайте он объедет, и оттуда выйдут спасатели наши. Ром. Так, наши спасатели разгребают завал. Есть такой кадр. Так, продолжаем снимать. Давай вот так просто он в сторону берет. И как бы сдвигают они. Спасателям часто приходится работать голыми руками, но обычно они берут для этой работы перчатки и сильные. Продолжая двигать его. В этом мультике мы использовали сильных животных. Да. Слон. Справились со своей работой. Итак, медведя спасли, и он благодарен нашим спасателям. И делаем завершающий кадр.
это? Мы создали замечательный мультфильм о наших спасателях. И сейчас вы его увидите. А мы с вами прощаемся. Пока-пока! Друзья, вот и подошел к концу выпуск детской познавательно-развлекательной программы «Лёпа». В завершении хочу сказать, что наши спасатели всегда придут на помощь, в какой бы ситуации вы ни оказались. Рискуя своими жизнями, они спасают наши. Они очень умны, имеют высокую квалификацию и обладают разносторонними знаниями. А теперь вашему вниманию представляется мультфильм. Приятного просмотра! Как-то раз осенью была пасмурная погода, и тучи закрыли солнце. И пошел сильный дождь. Уровень воды стал повышаться. И случилось наводнение. Житель дома, пес Иннокентий, забрался на крышу. Он знал, что делать, и вызвал службу спасения по номеру 112. И вскоре прибыл пингвин-спасатель, профессионал своего дела, и спас песика Иннокентия. Спасатели – это сильные, смелые, бравые и отважные ребята, которые всегда придут на помощь. Однажды весной, когда растаял снег, почва стала сползать, а вместе с ней и большие камни. Берлогу медведя завалило. Он проснулся и понял, что попал в чрезвычайную ситуацию. Но он знал, что делать. Достав телефон, он набрал номер 112 и вызвал службу спасения. Смелая команда на спецмашине оперативно приехала на место завала. У спасателей много специальных автомобилей. И для тушения пожара, и для предотвращения завалов, для работ высоко в горах, для разгребания снежных лавин и другие. Благодаря слаженной работе они быстро разгребли завал. Спасатели очень сильные и всегда помогают тем, кто попал в беду. Это произошло жарким летним днем. Мяу, помогите! Алло, служба спасения, у нас случился пожар, помогите. Горит первый этаж, мы находимся на улице Лесная, 20. Мяу-мяу, мне страшно, помогите. Ну и утро, бывает же такое. Мы бравые спасатели, мы тушим любой огонь. Я ловкий спасатель, я выручу котенка. Иди ко мне, малыш. Что? Мне прыгнуть вниз? Да, будь спокоен, это специальный батут. Он выдержит даже меня. А ты маленький и гораздо легче, чем я. Хорошо, я прыгну. Прыгаю. Ух, благодарю вас, спасатель. Вы поборолись. Это наша работа. Мы рады спасать жизни. На том и служба спасения. Ну что же, пора прощаться. В следующих выпусках ноября мы будем создавать мультфильм на тему накоплений и сбережений. Будьте с нами, друзья. Создавайте свои мультфильмы и берегите свои жизни.